Привет! Сегодня мы будем... ну, с вами говорите, это же вы сделали. А, ну, всем привет! С вами я, Ух! И сегодня мы будем смотреть постройки Мати и Пристана. А, ну ладно, давай, загружайте. Но ментальную загрузку сначала включи. Ой, блин, все мои секреты Потому знают. Потому что оно слишком долго будет грузиться. Так, все. Так, это лобби. Сейчас. Ну да, сначала в лобби, наверное. Ой, так, я включу звук побольше. Так, это лобби. Первое. Так, возьмите свет. Ну, потом возьмем сначала. Тут пасхалки, мы тебя не выпустим, пока ты пасхалки не найдешь. Эй, так нечестно. Так, ну, нормально. Первая пасхалка. Ну, типа... А, он в окне, Амфелия. Это пасхалка? Ну да. Там ниже окна еще кнопка, нажми на кнопку. Так, где кнопка? А, вон, вижу. Нажал. Один раз. А, один раз? Это помощник из следующей части. И что ему надо? Ну все, я нашел пасхалку. Просто пасхалка и все, собственно. Так, так, удачи. Ну, то есть, веселитесь. Сделано Мати и Пристаном. Ну и все. Ну, стой. Давай я тебе лучше правила сейчас расскажу. Так, свет выключить, я вижу. И все. Ну, да, ночь включить, но это еще сейчас, блин. Секунду. Ночь включи и не нажимай ни на какие рычаги, кроме дверей. Ну, не-не-не, можно нажимать на все невидимые, видимые рычаги, но если тебе не нужно их, ну, то есть ты не видишь никаких аниматроников, и тебе просто, попросту не нужно на них нажимать, лучше не нажимай, потому что... Мне хана. Будет, да. Ладно, давай начинать. Лучше не нужно. Куда идти? Включи ночной Собственно, ну, я это как бы все. Стоп, и можно я свет возьму-то? Да. Вы что, меня без света хотели оставить? Ой, блин. Зато красивый. Ты сзади пластину убил. На меня посмотрели. Ладно, давайте, ладно. Стоп, как выйти? Где портал, чтобы выйти? А, вот тут? Все. Так, давайте выходим. Собственно, чтобы... Сейчас я выключаю фиксирование. Вот. А как включить свет? А, вот я вижу. Ладно, тогда лучше без света. Вы сюда со светом не зайдете. И, кстати, вы не сможете нажимать на кнопки. И ладно, все, я убрал. Я нажал на рычаг. Все, можно я сам буду? Ой, блин. Можно я буду проходить? Ну да, так ты и будешь. Пока что просто осмотри. Так, тут есть кроватка с мизяшкой. Да. Ну, и все. Ой, блин. Нет, какой ты еще? Так, туда нельзя выходить, ну, в коридоры нельзя выходить. Но это... Кнопка. Пока что не нужно. Здесь... Ну, давай нажми на нее и посмотри, что будет. Просто, чтобы ты не нажимал на всякие кнопки. Так. Повернись назад, ладно. Где? Что там? Скример поймал, он умер. Ты скример, ты не увидел, что ты скример поймал, что ли? Где? Ладно, давай. Ладно, ну, начинаем, типа. Да? Мне, короче, просто обороняться надо, да? Дверь закрыть. Да, просто двери там закрывать, шухляды, на кнопки нажимать. Только в коридор не выходи. А, хорошо. Всё, началась игра. Началась, все, сейчас я выиграю. Надеюсь. Так. Жди, там это типа пока что ничего не происходит. Все, я закрыл дверь. Молодец. Его там нету? Есть следующий. Нет, нет. А, все, я, короче, победил, ура. Теперь балун бой только. Все, давай, нажимай. Ну, там маленький баг, это ты нажал, ты успел, все нормально. А, хорошо. Теперь нападет ты шухляды, Фокси, один раз, один. Так, ну, я тут стою просто, жду. Да там из шухляды сейчас Фокси выглянет. Где? Смотри. Да вот там, из шкафа. А! Да, один раз. Ой. Я сказал. Один раз все нажал. Пристан, не нажимай. О. Я не нажимаю, я просто смотрю. Для такой злой стал хорошим, да? Так сейчас идет второй. Где? Там? Оттуда. Я успел, ладно, я нажал. Нормально. Там кто-то был, да? А что да, теперь? Да, он был, я просто не успел. Так, и сейчас будет еще кто-то. Где? А! Ой, ходи. Будет большой. Кроватный монстр. Все, ты успел, ты прошел. Стойте, а ты ходите сюда. К кровати. Все, сейчас будет. А? Ба-бам. И что это такое? 6 часов. Типа я просто... Но давай посмотрим, чисто посмотрим. Некоторые скримеры давай посмотрим. Да, ну тут получается я сплю на кровати, и ко мне приходят монстры, и я их выгоняю. По факту. Ты в кровати застрял. Давай, заходи к нам. Давай теперь посмотрим именно скримеры. Это те, ну, ты не увидел... Если я не успел бы закрыть дверь. Ну, дверь ты увидел, в принципе. Давай, тупо сейчас ничего не сделай. Сейчас да, ничего не делаю. А что светит? Нет, удали, так будет. Ну вот, я просто тут стою, ничего не нажимаю даже. Да, просто смотрим. Он типа ко мне пытается зайти, да? Нет, это типа уже скример. А все, он меня съел. Так, да. И теперь сейчас скример балун боя вот этого будет. Давай посмотрим. Так, ну, стою. Нет, да нет, балун боя. Вот это. Балуна.
этого? Да, он должен на тебя кричить. И что с ним будет? Он кушает. Ну, это мы просто смотрим скримеры. В моментах, если бы они произошли, ты бы проиграл. О, сейчас скример Фокси будет. Удали. О. Он вылез. Чекайте прикол. Эй, уходи. Смотри теперь этого. Вот, уже второй пришел. О. Да не, удали просто. Чтобы он видел, где. Да, вот, вижу. А что они такие страшные? Ну, потому что это кошмарные, это ж ФНАФ. Смотри, сейчас будет, не нажимай на вот этих. Сейчас вылезет их батя. Смотри, сейчас батя их не вылезет. Ну и? Ну все, просто. Ну это мы скримеры посмотрели, но это же еще не все. А что это? Еще есть приплей, как его зовут, я забыл. Да, плюштрап. Так, давай я тебе... Так, короче, я понял, это ФНАФ, ну только я сам не знаю, что такое ФНАФ. Бывает. Хотя бы несколько дерут. Так, ну, заходите теперь в комнату. Пока что ничего не вы... Смотри, о. Не нажимай ничего, если что, тут ходить нельзя. Смотри, правило. Сейчас, отойдите в вот этот угол. Отошел. Ну, посмотрите на меня, вот этот угол. Ну? Вот этот, где я. Так вот, смотри, ты должен стоять вот так. И, ну, когда начнется игра, ты тупо смотришь в стенку, ну, в кнопку. И он будет сзади тебя двигаться. Твоя задача, не видя, нажать на кнопку тогда, когда он будет именно на крестике. Смотри, сейчас я тебе скажу, как это сделать. Так, вот так стою, да? Всего, да. Пока что не нажимай. Смотри, четыре способа. Ну, третье лицо включаем и ждем. Ну, пока что не, пока что игра еще не идет. Ну, ты же от первого лица, да? Да. Так, ну давай я тебе сначала расскажу, как выиграть, собственно. Смотри, первый вариант. Это просто наугад. Просто наугад. Но это самое сложное. Второй вариант. Типа, ну, более-менее простой, но он на втором месте по простости. Типа, когда я скажу «начали», ты отсчитываешь у себя в голове 7,5 секунд, и после этого нажимаешь на кнопку. И дальше третий способ. Это с помощью звуков. Есть два звука. Первый — это когда... Ну, меня слышно, да? Да. Да. Первый способ, ну, первый звук, когда, ну, ты слышишь звук масла, типа вот этого, ты отсчитываешь 2 секунды, и после этого нажимаешь кнопку. И второй, это нотные блоки. Когда ты их слышишь, то это означает, что ты уже проиграл. Хорошо. Да, в первой части просто они почему-то обезумели. Во второй части, то же самое, только я приду через полчаса. Блин. Придется Понятно. А второй части что? Второй части то же самое, только там аниматроники просто то же самое делают, только они были по-другому нарисованы, переделали, думая, что они делают. А потом что? А в третьей части они... В третьей части там вообще их забросили, что поломанные. В четвертой части, вот которую мы сейчас тебе показываем, они типа кошмарами стали и пришли к одному ребенку. Да, все абсолютно. Да, я все помню. Ты мне столько типа... долго рассказывал. Сейчас отворачивайся. Ладно. Так, и это, отойди. Так, ну, надеюсь, ты все помнишь, так. Да. Я скажу, когда мы начали. Давай. И начали. 7,5 секунд. Ой, рановато. Тебе сначала на кнопку нужно нажать. Нет, ты нажал на кнопку, но смотри, видишь, он не на крестике. И что это значит? И проиграть. Нет, ты слишком быстро считал. Ладно, давай. Так, сейчас готов? Да. Начали. Раз, два, три. Успел! Мой смог. На крестике прям? Да, прям на крестике. А что если я не успею нажать? Ну то есть я вообще не нажму. Заново загрузи. Ну-ка, давай. Просто интересно. Он дойдет до тебя и появится рядом с кнопкой. Так, все? Прям перед твоим лицом выпрыгнет. Включаю. Так, давай, смотри назад. Иначе. Да, не, смотри именно вот это, на кнопку. Смотрю. Я отойди немного дальше. Что, он меня съел? Зажимают. Зажали. Ну, короче, меня съел, да? Да, можно сказать. Уф. Ой, что с ним? Можно корову? Давай. Давайте посмотрим со стороны, как это проходится. Давай сейчас на стул сядешь. Давай вот тут постоим, чтобы ты понял, что вообще происходит. Да я тоже хочу посмотреть, что происходит. Так, ну, нет, так наоборот, тут просто поднимается занавеска, стой вот тут. Так, я скажу, когда начали. Так, короче, он ползет. Жалко без ходьбы, конечно. О! О, Рома. Ух, идеально. Повезло тебе. Ага. Только он пинаем какой-то его. Странный. Он издевался над нами, надо его отпинать. Можно я вон тот ФНАФ пройду? Давай. Повторно. Я это и говорю, что давайте перезапишем, а то так себе получилось. Что нормально? О, нет, включай же в изоляции. Могут. Так, вот получается этот ФНАФ. Я понял, что
Но он мне рассказал, твой друг, что происходит вообще? Отлично. Стоп, я, получается, сплю на кроватке, да? Да, ты ребенок, к которому пришли... А почему вот я вот тут сплю и даже не реагирую на то, что вот тут такой монстр сидит? Ты реагируешь, ты боишься даже его. Поэтому ты сидишь вот здесь вот. Стой! Что ты ему понарассказывал? Все. Ты ему не канонную часть. Что, стой. Ух, чтоб ты понимал, вот этого Боломбоя его нету в игре. Я его просто добавил дополнительно. Да? И ты вообще, ты не спишь. Я знаю, я не говорю. Вообще ты в коме. В оригинале ты в коме, это сон твой. Ну, как сон. Ну ладно, я понял, что давай начинать. Тебе что-то он рассказал. Я про эту часть вообще ничего не сказал. Он спрашивал, что вообще такое аниматроники. В оригинале... Так, мы начали. Стоп, мы начали? Да, только что. А тебе? Спи, спи, кошмар. Я нажал? Просто это баг, это ты правильно. Там просто подождать немного надо. О, фокс вылези. А, Ксянечка. Где фокс? Сейчас будет, сейчас вылезет его красивая мордочка. Пока что только где? Его рука. Когда его рука видна, когда видна только его рука, то он типа, ну, в спокойствии. Кажется, тут было, да, следующее? Желто выловили. А, так же испугался я. Желтый более страшный. Это маленькие бебры. Так, ну теперь мне кажется, вот тут будут маленькие... Монстрики! Монстрики! Ты чё там спишь? Ой, всё? Я прошёл ФНАФ! Ну, вроде бы я прошёл ФНАФ, и на это наше видео будет тоже заканчиваться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!